Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Это люди числа 4. По нумерологии интуитивно чувствуют все возможные доводы оппонента и всегда готовы к ответу. Последнее слово остается за ними. Неважно, что при этом проигрывает истина. Они к этому и не стремятся. Буква «Э» в этом имени наделяет умением видеть подоплеку событий, изнанку людей. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Обладатели имени с буквой «Э» отличаются умением находить самый быстрый и легкий путь к поставленной цели. Звук «Э» воспринимается окружающими как подбадривающее восклицание, и поэтому владелец этого имени им нравится. Все люди с этим именем не очень склонны к практичности, духовная сторона для них важнее материальной. В любви часто капризны и нуждаются в человеке, способном управлять отношениями и принимать противоречивый характер партнера. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Страсти к разнообразию, особенно в мелочах, может проявиться мотив его жизни. Носители этого имени ответственны в работе, но не стремятся к получению важных должностей. Они всегда стремятся отыскать во всем правду. Выдержка и систематичность – этот человек во всех отношениях достоин доверия. Наделяет ощущением, что жизнь не бесконечна, и не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Нужно действовать каждую минуту эффективно. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.